ВВП Германии резко упал во втором квартале на 0,1%, тогда как в первом наблюдался прирост на 0,4%. Неопределенность, вызванная Брекситом и торговой войной между США и Китаем, замедлила ориентированную на экспорт немецкую экономику, что вызывает озабоченность в объединении торгово-промышленных палат страны. Его представитель Фолькер Трайер говорит: многие компании по всему миру сдерживают свои инвестиции, а мы, как глобальный источник инвестиций в машиностроение, оборудование и установки, очень сильно пострадали, и конца этому пока не видно. Если экономика Германии завершит еще один квартал со знаком минус, то она окажется в рецессии. Для смягчения последствий такого варианта развития событий правительство готовит контрмеры, о которых рассказывает министр труда и социальных вопросов Хубертус Хайль. Чтобы быть готовыми к потенциальному появлению необходимости в краткосрочной работе, я хочу создать возможности для обучения. Я хочу, чтобы Германия могла быстро выполнять работу в самые сжатые сроки в случае быстрого спада экономики из-за нависших над ней глобальных рисков. Замедление экономики Германии идет в унисон с другими крупными странами Евросоюза – Франции, Испании и Италии. ВВП в зоне евро упал с 0,4% в первом квартале до 0,2% во втором. Угроза глобальной рецессии не замедлила сказаться на рынках. В среду индексы всех основных площадок в Европе упали от 1 до 3%. Было отмечено также дальнейшее снижение процентных ставок по гособлигациям ФРГ. Доходность по десятилетним бумагам опустилась до нового исторического минимума.